За моей спиной находится населенный пункт Виноградная. Это крайний населенный пункт перед Мариуполем. Здесь должен проходить зеленый коридор, но никто сегодня также по нему не вышел. Боевики батальона Азов удерживают людей, как живой щит. Дорога пустая. Люди ожидают своих родственников, но никто. У меня там племянница беременная, внучки. Это так тяжело, вы не представляете. Все люди, я же говорю, у всех там и дети. Все туда молодежь все отправили, потому что думали, что тут будет хуже. А тут наоборот лучше, чем там. Ехали, думали, там будет лучше. А видите, а теперь и связи нету. И последний раз, по-моему, в конце февраля, да? 26-го. Да, позвонила, все нормально, не плачь, сюда, и все. Последний раз. А у вас кто там в Мариуполе? Внук? Да. Один маленький, нет? Нет, большой. Большой? А у меня четверо, у меня там внучки 12 лет, племянница 20 лет беременная, вторая Добрый племянница с зятем, четверо человек, и пятый в животе. И что там будет, я даже не знаю. А у вас там кто? Дочка, зять и двое внуков. Внуки маленькие. 7 и 12 лет. И вот так вот стоите и надеетесь на то, что... стоим целыми днями, ждем. Стоим, ждем, выглядаем эти автобусы, хоть какую-то информацию, чтобы нам сказали, хоть как-то связаться. Ничего вообще не можем, просто никак. Просто живые и все, и уже да, хотя бы узнать, что они живые.